Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу с выставки Mapic Russia. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Ксения Руденко. Я представляю город Хабаровск, это Дальний Восток. Это 8 тысяч километров почти до нас и 8 часов лета на самолете. Замечательно. Давайте расскажем, пожалуйста, о вашей компании. Вы, получается, замечательный... Броско-молл. Броско-молл. Расскажите, пожалуйста, что у вас интересного и почему за вашим моллом следят и наши лидеры рынка из Москвы, и из Питера, и из Минска? Я думаю, лучше, чем рассказывать, надо просто зайти на Instagram Броско-молл, и вы увидите все своими глазами. Но секрет простой. У нас работает своя команда. Ну, то есть у нас очень классный отдел маркетинга. И мы все создаем своими вот этими ручками, и вот этими мозгами, и вот этими глазками, и вот это все реализуется. Мы живем, мы любим то, что мы делаем и развиваем, поэтому. Мне кажется, в этом секрет. То есть я против аутсорсинга. Я считаю, что надо растить внутри кадров, свою команду воспитывать и развивать, и это делается просто на 300% лучше, качественнее и клевее. Замечательно. Мы уже заинтриговали абсолютно всех, все уже понимают, что вы лучшие и самые интересные. Тогда, может быть, как-то тезисно, немного какие-то инсайды от вас, как стать такими же хорошими и что нужно внедрить для того, чтобы стать лучше? Ну, вот на сегодняшний день Броско-молл, мы открылись в ноябре 2019 года. Общая площадь у нас 80 тысяч где-то квадратных метров и 46 тысяч арендопригодных помещений. Сейчас у нас находится в активной стадии строительства второй очереди, где будет абсолютно новый формат, водно-оздоровительный комплекс «Волна». Это будет 3 этажа, не просто водных аттракционов, это будут термы, это будет бани, это будут разные бассейны, бассейны с разной температурой, с разным соляным составом, возможность в зимнее время напариться, нырнуть в этот прекрасный бассейн, выплыть и посмотреть на зимний Амур, перезагрузиться полностью, взять с собой сувенир с петроглифом, а это древние надписи и письмена, которые есть только у нас в Хабаровском крае. А мужчинам, они говорят, повышают все, что можно повысить. Женщинам открывают все возможности, какие можно открыть. Поэтому в 2023 году приезжайте, все увидите своими глазами, не захотите уезжать. Друзья, это тот случай, когда ритейлеры из регионов приезжают в Москву поучиться у ритейлеров Москвы и Питера, крупников. И это случай, когда наоборот, к нам приезжает представитель Хабаровска и показывает, как нужно делать, чтобы было классно. Да, это точно могу сказать. Вы знаете, мы встречались с разными компаниями, и мы встречались со своими коллегами из регионов, например, из Владивостока. И все задают вопрос, а в чем секрет, да, например, в чем секрет? Наверное, наш секрет заключается в том, что нам приходится делать чуть больше, чуть сложнее и гораздо совершать больше усилий, быть умнее, красивее и прыгать выше головы для того, чтобы удержать, персонал, согласитесь, вы, если задать вопрос, есть ли проблемы с персоналом, вам все скажут, что весь персонал уехал куда? В Москву. А в Москве говорят о том, что у вас тоже есть проблемы с персоналом. Господи, куда они деваются, правильно? Удержать персонал, удержать гостя, клиента и сделать действительно такой продукт, который будет удивлять, и люди захотят приезжать к нам. Если вы приедете к нам, вы правда удивитесь. Таких форматов нет. Но самый большой секрет – надо любить то, что вы делаете. Я не понимаю, как можно работать в торговом центре, не любя его. Ну, потому что это же живой организм, вы наполняете атмосферой, звуками, запахами, чистотой. Это, по сути, дом, куда хотят возвращаться люди. Не знаю, как вы, друзья. Я уже поставил галочку, что в ближайшее время я поеду в Хабаровск. И в 2023 году специально отмечу дату, когда будет построен этот прекрасный центр «Волна». Я с удовольствием тоже туда приеду. Спасибо вам большое за то, что вы делаете и как вы это делаете. Я вижу любовь к этому делу в ваших глазах, а это ли не главное? Спасибо вам. Спасибо огромное. Очень рада. Приезжайте.